Давайте возьмем такую схему. А, Б, С. А – это впечатление этого мира. С – это город Халь. А, Б – это промежуточная точка. Ну, скажем, Ереван, Бюракан, деревня, ближайшая к нам, и Нор-Амберт. Точка А, Б, С. Мы находимся в точке А. Наша цель, наших усилий, нашего семинара – точка С. Мы много раз закрывали глаза, напрягались, расслаблялись, концентрировались на птичках, на пупке, на центре груди, чтобы попасть в город Халь. Ну и, честно говоря, в лучшем случае мы упирались в покой, темноту, черноту. То есть мы оказывались в Бюракане. Мы не добирались до райского места Нор-Амберт или города Халь. Нам кажется, как просто. Взял такси в Ереване, сел, поехал, Нор-Амберт. Нет. Есть преграда, есть черная стена. Она реальная, мы все ее знаем, мы бьемся об нее головой, мы бьемся своими жизнями. Но между нами и городом Халь стоит ангел с огненным мечом, машет мечом и говорит: отрублю тебе голову, умрешь, но не пущу. Когда Господь изгнал Адама и Еву, Он поставил ангела у ворот рая. Потому я и начал с Халя, с одного из видов рая, для того, чтобы продолжить наш разговор о том, как попасть в рай. Как преодолеть вот эту стену, которая стоит между нами и раем? Петр Демьянович Успенский был большим адвокатом прямых усилий. Вот напрягитесь, соберитесь, поставьте задачу и пробейте стену, как пуля, и попадете в рай. Ну, вроде бы это не получается. Чего-то не хватает. Многие из вас думают, нужно практиковаться. Терпение и труд – все перетрут. Другие думают, надо найти настоящего учителя, настоящее учение, схватиться за него, за его штаны или юбку, и он тебя доставит. Гурджиев говорил, мы только создаем условия. Мы за вас работу не делаем. Здесь мы создаем только условия. Мы тем более создаем условия в меру своих скромных сил. Но в понятие условия входит не только нами же приготовленный обед, ужин, завтрак, наши поездки. В понятие условия входит также и намеки, которые здесь делаются для тех, у кого есть уши. Чудесные два намека мы получили вчера. Фантастические два намека. Один из них в Гехарте, в этой полной темноте, в этом сооружении, в этом храме, и в барельефе, который был там на стене, две пантеры. Ну, они достаточно статичные, но в XII веке они, наверное, были страшными. Это страж порога, два стража порога. Пантера, которая, конечно, растерзает барашка несчастного. И не только барашка, а кого хочешь растерзает. Две пантеры, они будут грызть его с разных сторон, от него ничего не останется. Но эти пантеры оказываются на цепи. Они не присмиренные, они не укрощенные, но они под контролем. Эти пантеры живут в нас. Это наша
пантерная сущность. Интересно, что эти цепи заканчиваются кольцом, и кольцо находится в зубах у какого-то козлища, голова козла. И вот в его челюсти кольцо, к которому привязаны две цепи, сдерживающие пантеру. И это козлище тоже мы сами есть. Это наши личности, это наши части. Мы можем стать таким козлом, который схватит кольцо, держащее двух пантер. С пантерами что-то делать надо. Это, конечно, очень мило, когда мы говорим, у нас есть личности, надо там в щели проникнуть между личностями. Но у нас есть много очень диких частей. И честные люди из нас признаются, что эти части скрываются в каких-то блоках секса, в каких-то блоках агрессии, в каких-то блоках эгоизма. Хтонические, подземные, страшные силы есть в каждом из нас. Конечно, нежные девочки, одуванчики, которые здесь тоже присутствуют, скажут, что в них этого нету, что они сделаны из цветочков. Вот, но, может быть, в этих нежных девочках, этих пантер и козлищ даже больше, чем в бородатых неандертальцев, которые сидят здесь. Ну а дальше на этом изображении голубь, который в своих когтях, у голубя тоже есть лапы, держит барашка, то есть каждого из нас. Пантеры страшные, а тут какая-то голубка. И эта голубка держит нас, держит каждого из нас и уносит от пантер, спасает. И несет в город Хали. Это голубь, это дух. Это дух несет нас. Смотрите, как интересно. Это 12 век, это не мы с вами придумали. Это архетипический образ, это образ, который понятен всему населению, и художнику, и священникам, и князьям в 12 веке. Давайте еще раз вернемся к городу Хали. Ну, это один из многих возможных образов Царства Небесного. Царство Небесное, Бог. Бог живет в Солнце Абсолюте. Солнце Абсолют – это Царство Небесное. Его бесконечность там живет. Ну, наверное, там живут серафимы, херувимы и другие священные индивидуумы из рассказов Вельзевула. Когда Моисей стоял перед горящим кустом, и у него все дрожало от ужаса и от восторга, он задал вопрос: «Кто ты?» Но понимал, что куст – это репрезентация очень высокого Бога. И Бог ответил ему: «Я есмь, кто я есмь?» В других переводах говорится: «Я есмь сущий», то есть существующий, то есть относящийся к сути, к сущности. «Я есмь», «I am». Иисус после Моисея сказал: «Я есмь» до Моисея и до Адама. Переводится на русский язык: «Я был до Иисуса и Адама». Но в церковно-славянском «аз есмь», «аз есмь» до Иисуса и до Адама. Вот это «я есмь» – нечто древнее, нечто бесконечное, что мы называем Царством Небесным, что принадлежит к божественным реалиям, оно, конечно, и до Иисуса, и до Адама, и до
земли и до рая. Это то, куда мы стремимся. То, о чем мы мечтательно разговариваем. Но я перескочу через многие другие прекрасные имена Якова Бёме, Бонавентуры, и скажу, что понятие «я есмь» – это категория важнейшая у Рудольфа Штейнера в антропософии. Это стадия или уровень развития человека. И Гурджиев, который говорил, что работа – это достижение состояния «я есмь». Это рай, это высшие состояния, это высшие реалии, это миры, соответствующие этим высшим состояниям. Это стояние вместе со стоянием. Мы стоим со ангелы, со архангелы, со троны, со серафимы. Стоим мы очень высоко, раз мы стоим с ними. Но это состояние таинственным образом утеряно. Оно утеряно до того, как началась история человечества. Оно утеряно в хале, то есть в раю, куда Бог поместил Адама. Это вечное место, рай. Там нету сегодня, вчера, там нету мужа, жены, там нету смерти. Произошло падение. И есть тысячи для этого разных слов. В буддизме это утрата чистой земли. В христианстве это грех падения Адама и Евы. У Гурджиева это орган кундабуфер. Не имеет значения, как это называется. Важно, что это проклятие лежит на всех, на нас. И передается от отца к сыну. И мы рождаемся уже порочными. Мы не состоим, мы не стоим рядом с архангелами. Мы стоим рядом с тварями, где-то очень близко от нас и внутри нас пантеры. Вот мы стоим, в общем-то, беззащитные. Но у нас есть еще память и причастность. То есть нам была передана не только беда Адама, но была передана благодать Адама. И я хочу обозначить эту благодать как букву «Б», как бюрокан. Еще из Нюрнберга мы выброшены, выгнаны, изгнаны, мы его потеряли, но мы еще в бюрокане, мы близко. И есть еще ветер оттуда дует, ветерок, прохлада, еще нету ада Еревана, 40 градусов. Мы еще там. И Мильтон пишет «Утерянный рай» и мечтает об обретенном рае. Данте пишет в 12-13 веках о рае. Еще он знает, Данте, как этот рай выглядит. Вот, какие-то души наших современников. Тот же Даниил Андреев описывает эту магическую розу мира. Рай – это роза огромная, и мы на лепестках этой розы. И существует еще красота в мире и красота в душе человека, и цельность человека. И это продолжается в древние времена, строятся пирамиды, создаются Махабхараты, Рамаяны, Гомер пишет свои фантастические поэмы, Вергилий еще пишет там 2000 лет назад. Еще есть что-то
Средневековье – это экстатическая цивилизация. Люди не замечали, как они живут, как они умирают, как они танцуют. Там они сжигали кого-то, там, я не знаю. Они, чума, всякий мор, всякие эпидемии, безумные семь или сколько крестовых походов. Абсолютно безумно. То женщины идут спасать землю Христову, то детей посылают на смерть. Но главным образом это рыцари. Рыцарская культура, культура качества, культура высоких состояний. Дон Кихот был еще не посмешищем, он был еще правителем мира. Король Артур со своим миром и своими друзьями. Они присутствовали в пространстве социума. И было монашество, и святой Франциск, и святой Бернард, францисканцы, бернандинцы, доминиканцы, и все мученики христианские. Среди них, правда, много было невежественных, но озаренных людей. И вот так мы жили до того времени, о котором Гурджиев говорит, как-то непонятно. Он говорит, 2-3 века назад люди создали условия, которые изменили людей. Вы помните, да? Какие-то условия, что-то произошло 2-3 века тому назад. Кончилось Средневековье, ну еще там соборы уже были построены, Шартский там и другие. Фантастические взлеты в небо, еще небо притянуло эти высоченные, воздетые купола. И вдруг 2-3 века назад что-то произошло, что-то ужасное произошло, и мы с вами жертвы этой мерзости. И мы с вами несем эту мерзость себе. А произошла простая вещь. Рыцарство, монашество разложилось на корню, и к власти пришла буржуазия. Торговцы, ремесленники, строители, крестьяне, они всегда были. Они были в Египте, они были в Древней Греции, они были в Средневековье, но они знали свое место. Они были внизу, они были третьим сословием. Первое были монашества, второе были дворяне, воины. Брамины в Индии и кшатрии, а вайшьи, а тем более шудры, те, которым вообще не позволялось прикасаться к священному писанию, они вдруг оказались наверху. 2-3 века тому назад произошла буржуазная революция, индустриализация, и началось что-то новенькое, чего не было никогда в истории человечества, самого Адама. Вот это неуправляемое начало третьего сорта сословия пришло к власти. Кто-то, может быть, из вас читал Мольера, «Мещанин во дворянстве», или смотрел пьесу эту. Людовик XIV был великий король, но ему были нужны деньги, и за деньги он этим людям, торговцам, продавал дворянский титул. И вот торговцы становились дворянами, камзол их был расшит золотом, шпага была сделана в Толедо, рукоятка была сделана еще где-то. Они платили безумные деньги за все это, но оставались подлой костью. Ну, конечно, их дети цивилизовались, окончили Стэнфорды, Оксфорды, но природа этого сословия, она сама по себе, ну вот возьмите, я не знаю, коляску Гурджиева, кучер,
лошадь и сама коляска. Ну что они такое, извините меня? Что может кучер? Что может лошадь? И Гурджиев говорит, у нас три центра. Двигательные, эмоциональные – это лошади, интеллектуальные – это кучер. Это все куром насмех, извините. Какие центры? Как их гармонизуешь? А мы повторяем, гармонизовать надо эти три центра, изучать надо свое тело. Все, что нужно, это чтобы голубь прилетел и сел в эту коляску. А как его вызовешь, этого голубя? Ни решениями ума, ни экзальтациями своих эмоций, ни тем более духовными настройками. Извините меня, те, кто трудится на этом благородном поприще, ничего не сделаешь. Что-то нужно еще. Нужен голубь, чтобы спасти нас. А голубя надо вызвать какими-то неразумными и непонятными движениями души. А мы не знаем этих неразумных движений. Но у нас все разумно, мы очень умные с вами. Мы умные сапожники. А тут нужно безумие Дон Кихота. Тут нужно что-то совершенно новое. Пришла буржуазия. Проклятие человечества. Пришла она к власти. Если бы она просто пришла под каким-то мудрым правителем, если бы мудрецы Платона, республики и государства Платона, правили этой буржуазией. К сожалению, эта буржуазия, эти расчетливые мозги и души, которые в свободное от работы времени занимаются гурджиевскими движениями, хатха-йогой, а то и раджа-йогой, художествами, если бы они все управлялись высшей мудростью, нет, они управляются вот сегодняшней подножной наукой, которая, гордость которой до небес, а ум которой ползает по земле, как сороконожка. Вот вам второе падение. Мы упали из Бюракана в город Ереван. Мы в точке А. И если мы хотим прыгнуть сразу в точку С, то это очень глупо. Только в точке Б может быть голубь, а может и не быть. И поэтому мы должны для начала попасть в точку Б. Я есть. Это город Халь. Это оказаться в мире. Я есть. Это не умственная операция, не эмоциональная, не физическая и не гармонизация трех элементов. Это нечто сверхъестественное. Я не знаю, наверное, вам неприятно это слушать. Вам бы хотелось, чтобы вот как-то все было рассчитано, чтобы агрегаты были названы, чтобы было ясно, что делать с этими агрегатами. А я говорю вам, что все не ясно. Что усилия ваши могут не помочь. Что усилия эти направлены не туда. Они должны быть направлены туда, не знаю куда. Вот как вам это нравится. А вам хочется, чтобы вам мудрый наставник сказал, что надо делать. Вот все, что я могу сказать, это то, что надо вернуться к тому, что утеряно. Нужно поднять свой дух
из буржуазного состояния, состояние дворянское, состояние рыцарское, состояние карнавальное. Нам надо стать свободными людьми. Мы не можем восстановить дворянский строй, но мы должны освободиться от клейма этих трех веков. Мы живем в цивилизации варварства, какого человечество не знало. Мы сделали себя ползучими гадами. Это можно сделать одному человеку с несколькими друзьями. Восстановить высокое состояние рыцаря. Высоко жить каждую минуту жизни. Это точка Б. Бюрократ на Б. Это проект для каждого из вас. Фантастический проект. Как же мы можем прыгнуть на небо, если мы не поднимемся высоко? К сожалению, большинство присутствующих ждет каких-то точных указаний и механических упражнений. Как же подняться высоко? Для этого есть традиционные пути, есть фантастический Арарат перед нами, а несколько лет назад был фантастический Эльбрус. Ну вот станьте таким, как Арарат. Перед нами фантастическая природа Армении. Горы возвышают. Перед нами поэзия, фантастическая поэзия, которая, я был счастлив, окружала меня в юности и в зрелые годы. Я счастлив, что Саша Бабушкин услышал это и передал вам. Не все, что рифмовано, поэзия. Хорошо зарифмованные стихи и ритмически правильные – это версификаторство, вот такое слово есть. Поэзия может быть не зарифмована, и она может быть в криве в кось, если там присутствует поэзия. У большого поэта может быть два стихотворения, в которых присутствует поэзия. Не все подряд поэзия, что пишут. Не все стихи – это поэзия. Не всякая музыка – это музыка. Там должны музы присутствовать. И вы должны различать звуки, хорошо организованные, и музыку. Но вот что музыка, а что не музыка? Что поэзия, что не поэзия? Как я могу объяснить? Я не могу объяснить, я сам не знаю до конца. Что-то я чувствую, что-то все вы чувствуете. Это не на уровне «мне нравится», «мне не нравится», а на уровне причастности. Почему я назвал дурацкой сегодняшнюю беседу? Потому что надо стать дураком. Надо стать идиотом. Надо стать свободным человеком. Свободный человек живет не так, как толпа. Он живет по своим внутренним законам и меркам. Он доверяет себе. Доверяйте своей глубине. Вы увидите, что весь мир, все вокруг –
Каждую секунду это шанс вырасти в высокую душу. Какой-то искатель истины пришел к мудрецу и сказал: «Я вот всю жизнь ищу Бога и никак не могу найти». А мудрец посмотрел на него, искренне удивился и говорит: «А куда ты смотришь? Бог-то везде, чего там искать?» И вот этого созвучия в мире вашему высокому стремлению приехать в Биракан, это созвучие, оно везде в мире, в ваших близких, в ваших родителях, в любом узоре, в любой букве, в любом облачке. Итак, на мой взгляд, прежде всего надо стать свободным человеком. Надо учиться у свободных людей. Сирано де Бержерак, свободный человек с длинным носом. Иисус, свободный человек, облика которого мы не знаем. Гурджиев, свободный человек. Остальные мертвые души. Как хорошо сказал Гоголь, мертвые души, они живут в Ереване. Ну, Ереван – это синоним Москвы, Нью-Йорка, Парижа, Токио. Это все Ереван. Вот надо подняться в Биракан. Надо вытравить из себя мертвую душу. Нужно зародить в себе зернышко живой души и вырастить. Это делается через искусство. Это делается на пути карма-йоги, бхакти-йоги, джнани-йоги и других йог. Это делается через Гурджиева, через Блаватскую, которую я очень высоко ценю, через Якова Бёрна, через Штейнера, который мне не по душе, через тех живых людей, которые вокруг нас. Повторяю, надо быть свободным человеком. Надо стать свободным человеком. Надо научиться ходить, говорить, петь, танцевать. Надо делать глупости. И что самое главное, надо вести борьбу не на жизнь, а на смерть. С мертвым морем. Дело в том, что второе падение не закончилось. Это мертвое море, которое поднялось из глубин земли, оно разливается и становится все более и более страшным. Поэтому самовоспоминание имеет две стадии. Первое – надо стать человеком традиционным, то есть человеком тех культур по духу своему. А второе – тогда уже появится более ясная задача. По крайней мере, нам надо добраться до буквы «Б», до Биракана. Вот где Ереван, во мне и в вас. И там надо бороться против страны слепых,
страны мертвых душ, спящих, спящего человечества. Вот здесь надо бороться. Это вам дано и мне дано. Здесь мы должны бороться. А внешний мир, он подстроится. А бороться надо простым способом, надо найти друга. Я говорю об этом уже не один, больше чем 10 лет. Найти друга, эйдотического друга по этой борьбе. Когда вы победите внешний мир, мертвое царство здесь, когда вы станете достаточно дурашливы, достаточно свободны, когда вы будете вести себя свободно, когда вы будете создавать свободные проекты, у вас многие вопросы отпадут. И вам навстречу Аллах сделает 100 шагов. И будут, если вам нужен посох, вам будет брошен посох. Если вам будет нужен хлеб или манна небесная, вам будет дана манна небесная. Вы будете как Агарь в пустыне с Исмаилом, выгнанные из дома Авраама. Ручей вам Бог сотворит и напоит и Агарь, и Исмаила, и из него возникнет великий народ, и к нему будет послан пророк Мухаммед. Все будет, если вы будете в Бюракане. Доберитесь до Бюракана, доберитесь до точки Б. А там и голубь прилетит.